Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardset Info. Сегодня скажу, как на устройстве Poco M4 включить таймер в камере. Чтобы на данном устройстве включить таймер в камере, нам нужно сперва перейти в нашу камеру. Переходим в нашу камеру. Конечно же, при использовании приложения. Вот мы в нашей камере. Как же включить таймер? Переходим в эти три точки. И здесь видим таймер как вторым пунктом. 3 секунды, 5 секунд, или же 10 секунд. Выбираем, к примеру, 5 секунд. И делаем фотографию. Вот видим, что таймер пошел. Нам остается всего лишь дождаться его щелчка. Чтобы таймер выключить, также переходим там в углу в эти три точечка и выключаем таймер, после чего фотка у нас делается моментально. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.